А, это, блядь, поворот не вписался. Пиздец, блядь. Помянем. Она там, она разложилась. Она откинулась? Она разложилась, по-моему. Равшан, ты разложилась? Я никуда не поехала. Здравствуйте, уважаемые мадемуазели. Какого ёбок это сделал, признавайтесь. Ну что ты мадемуазель. Ну давай, я мадемуазель, давай поздороваемся. Опа, а это что такое? Это получается ДМ, да? Да, нахуй. ДМ, да? Дали жалобу, похуй вообще. Сука. Опа, что такое? Джонни, он на меня напал, я защищаюсь. Подожди, брат, какой ID у него? 33. Ну не, я его херачу конкретно. Нормально. Все, я его убью. Что такое? По ДМе? А зачем ты лез? Зачем ты лез? Парик, поехали отсюда. Я тебя просто спрашиваю, типа. Поехали, забей, поехали. Ну, на РПшники ебаные, блядь. Давай. На РПшники ебаные, блядь. Блять, опять мы въебались в эту машину. Блять, мы дважды в одного и того же въебались. Это как бы... Бля... Равшана! Нееет! Ты на моей тачке сбил мою... Равшаночку! Равшана, моя хорошая, тебя добить? Я мертвая, я молчу. Full RP, hard RP. Кто меня сбил? Это я был. Ооо! Искусственное дыхание, удачно. Все, Равшана, я сделал тебе искусственное дыхание. Вставай, заебало. Ёбаный шашлык. На работу пора. Опять нажралась, встать не может. Короче, чуваки, сегодня мы должны в казино поднять бабок и купить свой первый бизнес. Ну что, миллионеры, идем выигрывать бабки? Мэтью, вам слово. Красное, понял. Ни слова больше. Ну что, поехали! Мы действуем по старой выпитой традиции. Проебываем, но не сломляемся. Ребят, позитивную ауру принесли, я так понимаю, потому что красная выпала. Нихуя, красавчики. Ребят, пока выигрываем, пока у нас 5 тысяч. Короче, по 10 тысяч буду ставить. Я просто очень сильно надеюсь, что тут лям не пойдет, потому что я мог много сегодня заработать, но я проебал. Отлично, все! Найс! Че, давайте 10 уже тысяч на черное. Мы потихоньку, уверенно, но вверх идем. Поехали по 10 тысяч. Сейчас вот так просто. Вот тут самое главное не олынить, как я делаю это всегда. Потому что именно я проебываю на том, что олыню. Если вот так аккуратно, медленно, но верно хуярить будет, блядь, ну красное выпало. Не, ну сейчас, получается, 3 раза красное было. Черное рано или поздно прохнет. Кто там отошел от традиции на черный поставил? Я? Зачем? Так я... Оно 3 раза уже спавнится. Так не важно. Чё не важно? Ну сейчас выпадет черное, я на красный пересяду сразу. Меня уже от казино тошнит, если честно. Тебе не нравится зарабатывать бабки? Это слишком скучно. Ой, ну бабки зарабатывать никогда не скучно, понимаешь? Так сейчас 0 будет, какие бабки? 0 не будет. Чекай. Кина не будет, блять. Будет черная, потому что именно на черное я поставил. Найс. Пацаны, красное или черное, скажите? Красное. Черное. Я бы оранжевый поставил. Ёбаный рот этого казино. И выиграл 200к. Не, ребят, все, когда банк такой, знаете, огроменный, когда ты чувствуешь такой свободу, банк, когда ты можешь хуярить, вообще охуенно. Тут можно эти 1200 так быстро поднимать, вот именно на казино еще можно охуенно зарабатывать. Но и проебать можно вообще на изи. Плюс при том при этом еще бизнес, я хочу бизнес какой-то купить. Тут все бизнесы заняты, это пиздец тяжело. Вот если у кого-то бизнес среди, будет заебись. Найс, миллионеры, красавчики. Не, блядь, я разъебал. Все, я сейчас слил, ухожу. Бля, как ты так быстро? Слышишь, братан, райдер, я, короче, пошел. Куда? Да, не знаю, поработаю где-нибудь на человеческом труду. А бизнеса не хочешь? Вот тут, прям тут на бизнес заработать.
это сейчас не то время, не то настроение, ночью надо двигаться. Я так понял, ты будешь с мадемуазелями двигаться, судя по твоему настроению. Ну, конечно, конечно. Молодец, давай тогда, если что, на связи. Нам нужно, нам нужно номерами обменяться, чтобы, если что, прозвон сделать. Алекс, Алекс, слушай, пошли, пойдем, нам нужно поговорить с тобой один на один. Пойдем, надо поговорить с тобой. Давай отойдем куда-то вообще, не знаю. О, пошли в туалет как раз. Это опасно. Так, слушай, Алекс, я слышал, ты тут у нас это, в банду принимаешь? Да. А давай-ка я в банду вступлю. No problem. Так, что для этого нужно? Ну, в планшетике. Сейчас надо будет принять приглашение. Я сейчас отправлю. Ага. Да не заходите вы. Я тут дверь держу. Хорош, хорош, чисто на шухе. Умеешь пользоваться? Нет, да, 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 да. Это не телефон. А да, все, это... все, 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 все. Я вроде вот. Вроде теперь я в твоей группировке. Да, да, да. Добро пожаловать. Спасибо. Бейсбольный клуб Балас. Заебись. А где у вас бейсбольная площадка находится? Бейсбольная площадка у нас находится на Group Street. А, давай туда как раз таки поедем, познакомлюсь с другими игроками. Поехали, поехали. А, кстати, кстати, подожди, еще не закончено. Моего этого. Дружочка итальянца тоже можно же? Да, конечно. Ассаламу алейкум еще раз. Все, отлично, рад быть в команде. Добро пожаловать в бейсбольный клуб Балас. Ну что, пойдем в бейсбол поиграем, да? Равшана, может хватит деньги семейной проебывай? Я только начала. Не надо начинать. Не хочешь поиграть в бейсбол с нашей бейсбольной командой? Ща, погоди. А мы этого потеряли, Егора где-то потеряли. А где он, кстати? Мне кажется, он сейчас в туалете отрабатывает, блядь, долги. Мэтью надо. Вот он, блядь. Слышишь, ты где был, мы тебя потеряли. Что, что? Тошнить начало, вот решил выйти. Очень хорошо. Проветриться. Понял. Ты поднял что-то? Он привык. Нет. У меня с этого украли еду. Ты не свою взял, отдай. Так, Слава, это что такое? Убирать. Во, хэппи мил. Тут битва за бутылку. Так, пойдем трассить. Я знаю, брат, я все подключал, у меня просто, понимаешь, все, у меня две минуты работает, а потом отрубается, и я не знаю, в чем трабл. Я бы подключил, спасибо, было бы классно. Так, что делаем? Алекс, я конечно, извиняюсь дико, что у нас наплыв новых игроков в бейсбол. Так можно Егоре тоже бейсбольную команду? Это вот 311 татуировочка. Да, вот уже жетончик у него вот этот бармалей. Ну, так скажу, у банды нашей бейсбольной клуба бейсбольный клуб, татуировочки. Татуировочки нужны, да? Ну, можно, да, приветствуются татуировочки. Так, а есть какая-то футбольная форма, бейсбольная форма какая-то? Татуировочки с циферками он имел в виду. Да, да, сейчас приедем. Хорошо, хорошо. А, ну все тогда, ну все, поехали. На месте разберемся. А если не секрет, в какой клуб ты вступил? Давай. Джонни! Я в бейсбольный клуб Балас. Джонни! Не жетончики с циферками, а татуировочки с циферками. Ну я понял, татуировочку надо оформить. Что? Не жетончик, а татуировочка. Джонни на войне просто мозги отбили. Что? Не жетончик, а татуировочка. Ну, татуировочку набить надо. У тебя татуировочка 81. Где? Жетончик, не жетончик, а татуировочка. Не жетончик, а татуировочка. Так татуировочка, она переводная у меня сегодня. Так, все, закончили разговор. Твои мужики ничего не понимают. Слышишь, Равшана, бабки на базу обратно. Какие ты еще будешь скрить. Вот тебе и семейный бюджет. А куда вы собрались? Куда вы собрались? Бейсбол играть. Тебе нормально свою тачку взломал? Не туда, не туда, не туда. Мы едем, нет? Да, все, все, у нас все на месте. Да, поехали. Тогда назад нам. Давай. А этот, слышишь, Алекс, Алекс. Вот этот 31 с татуировкой наш, нет? Нет. Ну вот. Ну, везем, значит. Выкуп требую. Ну что? Давай так, подожди, подожди, остановитесь. Братанчик с 31-й татушкой, если все, все, от души. Все, поехали. Вперед. Вот понимающий человек. Спасибо. Бля, наконец-то банда. Егорь, что ты? Слышишь ты? Я вообще, блядь, на скутере с вами ебаным ездить дальше. Да похуй, мне потом. Равшана, Равшана, подождем. О, на драндуляде не догоняет, ай, пыль глотает. Давай быстрее! Салага! Равшана,
Равшан там все столы собрала. Че твоя телега, блять, заняется хоть немного? Да, это, блядь, поворот не писал. Пиздец, блядь. Помянем. Лишился жены второй раз. Она там, она разложилась? Она откинулась? Она разложилась, да. По-моему. Равшан, ты разложилась? Я никуда не поеду. Давай я сяду, давай я сяду. Равшана, давай. Ты этот, на пассажирке посиди. Я тут по удару немного за твоей женой. Куда ты там собрался ударять, блядь? Куда надо. Слышишь, блядь, куда надо. Потом я тоже куда надо ударю в зубы, блядь. Давай, давай. Мы так быстро ехали, я не успевал. А, у тебя нет скорости, чтобы ты быстро так же ездил. О, блядь, дрифтит на... Фига на боком, блядь. Сейчас ты, блядь, улетишь боком. Еще один. Короче, забег, кто не на таких пиздатых тачках, тот все раскладывается, мне кажется. Вот, это что у вас там? Бэха? О, вот ваша бэха, блядь. BMW. BMW, Benz, Mercedes. О, ебать, Альфонсо, нахуй! Ебать, здорово! Я думаю, блядь, кто это красавец на зеленой ласточке разъезжает, блядь. Бля, ты себе водителя нанял? А, ты водитель. Да, сам себе водитель, блядь. Сам себе ребра отпилил, блядь, отсасываю. Так, подождите, Джонни, я хотел бы вам показать свою нынешнюю одежду. Так, на, ну-ка. То есть я предлагаю такой файной одежде облететь сейчас на военную базу. Не-не-не, Альфонсо, Альфонсо, третий раз не проканает. Мы сейчас идем играть в бейсбол. Давай с нами. Ух, сейчас на Grow Street. Эй, Big Smoke, chill, it's me, Carl. Нихуя себе. Братцы, пропускаем, что ли? Вот, проезжайте, давайте пропустим. Приветствую. Приветствую. Уф, ебать, на Grow Street. Честно говоря, если бы ко мне вот так въехало такие 4 охуенные машины, у меня бы ебло трясло. Ну что, Равшана? Пойдем познакомимся, он стоят. Приветствую, мы новые игроки в бейсбол. Добрый вечер.